Донат, слышишь меня? Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробую пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, Номат. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь. Связь пропадает. Как слышно? Прием. Гриф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно. Холодно. Очень холодно. Стены необычные. Как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. Заметил движение. Черт, это та же тварь, что убила пророка. Это было. Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Я здесь не один. Меня ударил. Черт. Ничего не усилилось. Похоже, оно поддерживается этими механизмами. Попробую их обесточить. Кажется, получилось.
в какую-то большую пещеру. Что это за место? Отсюда и поскорее. Опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. Эти твари сюда много чего притащили. Тут еще больше механизмов. Только они совсем другие. С определенной периодичностью. Попробуем проскочить.
Где я? Черт возьми! Максимум скорости. Максимум брони. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Карта пещер. Система очень большая и разветвленная. И тот провод пронизывает ее всю. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются!